Может, вопрос у вас интересный есть, да. Вопрос? Ну, вы по рулетке ходите, беседуете, вопросы задаете. Есть ли у вас интересные вопросы? Ну, коль вы с Торонто, то можно только узнать, как жизнь в Канаде и погода суровая ли. Да, нет, погода минус один сейчас. Дело в том, что тут не нужно привязываться к geolocation. Интернет, он экстерриториален, неважно откуда. Вы можете не знать, откуда собеседник, просто беседовать на интересующие вас темы. Что вы хотели спросить? Да у меня особо вопросов нет, как бы таких каких-то глобальных или каких-то... Я беседую с людьми, допустим, видение жизни, видение ситуации, наверное, как-то так. А сейчас смотрю, это самое, кого-то ждете или куда-то едете? Вы стоите на месте. Я на месте. Может, шефа большого какого-нибудь возите, крупную фигуру? Ждете его, нет? Нет. Понятно. Ну, нет, хорошо. Я в Украине живу, тут шефов крупных не осталось. Ну почему? Остались там кое-кто. Ладно, если нет вопросов, всех благ, удачи. Вы звідки будете, якщо не таємниця? Харків. Вітаю, героїчний Харків. Ну, да. Я з Києва. З Києва. Написано, що з Франківська. Ну ладно. З Києва. Ні, я зараз в Франківську знаходжуся, тому що я волонтер. І от в другій годині виїжджаю. Ви добре бачите. Так. Ну, зараз в Франківську. Ну окей, ладно. Бачите, Олекса Довбуш в мене на цьому. Так, ясно. Ви в самому Харкові живете? Ну, я сейчас не в Харькове нахожусь, а вообще в Харькове. Ясно. Ну, добре тоді. Тримайтеся там. Слава Україні. Ладно. Ukraine has to be split apart. Да я тоже иногда стримлю. Сейчас не стримлю. Ну, ладно. Давай, успехов. А если хочешь, ты говоришь? Ukraine has to be split apart. Знаешь, сейчас заменили. Раньше был отзыв героям слава, а сейчас отвечать нужно. Ukraine has to be split apart. Ну я знаю, слава Украине, а потом героям слава. Нет, раньше было потом героям слава, а сейчас Ukraine has to be split apart. Давай потренируемся. Я тебе говорю, слава Украине. А ты мне отвечай, Ukraine has to be. Повторяй за мной. Давай. Ukraine has to be, говори. Украина has to be. Так. Split apart. Apart? Да. Split. Split. Apart. Split? Apart. Apart. Молодец. Во. Ну, научишься со временем. Ты девка смышленая. Давай, успехов. Чтобы сплит апарт. Знаешь, сейчас заменили отзыв героям слава. На Ukraine has to be split apart. Не слышала? Не слышала. Я справа. Бизон слева, антилопа сзади. Блядь, ничего непонятно. Очень интересно. Вопросы, может, есть какие-нибудь? Интересно. Да есть. Задавай. Интересно, так где-то, а что это за флаг у вас сзади? Или это не флаг, или что-то покрывало, что это? Флаг города. Флаг. Проживание. Это что за флаг? Проживание. Чего? Флаг города проживания моего. А если не секрет, может я просто не такой осведомленный, географию плохо знаю. Город Торонто. Город Торонто. Торонто? Да, слыхали? Да, слыхали. Да, ну слыхал, Америка, Торонто, да? Правильно? Ну, континент Америка. Континент Америки. Если в виде виду США, то это не США. А, ну уже нормально. А сами, наверное, в России родились, да? Почему?
Харькове. В Харькове? Да. Да. Я, честно, не, сейчас, извините, секундочку, я не скажу тебе, сколько денег. Ну, это тоже, в Харькове это очень хорошо. А вообще, вот... Ну, Харьков, вот Харьков все-таки русский город, поэтому я по-русски говорю. Хорошо. Нет, понял. А я, смотрите, я родился в Украине, да? Город Запорожье, тоже говорю по-русски. Ну, а живете в Сумской области, я понимаю. А откуда вы так понимаете? Город Глухов. Город Глухов. Где вы так понимаете? Ну, Вердыши или нет? Вердыши. Ну, есть у меня способы узнать. Ну, да. Ну, только понятно. Не проживаю, нет. А нахожусь. Да, ну я понял, да. Ладно, интересно побеседовать, но эхо большое у тебя. С наступающим Новым годом. Ukraine has to be split apart. Знаете, сейчас Зеленский получил от Байдена notice order, директивное указание, заменить отзыв героям слава на Ukraine has to be split apart. Не, не слышал о таком еще. Ну, это только вот новость, это горячая, hot news называется, только вот в телеграмах обсуждает, пока еще не опубликовали. Понял. А вы что? Хотел поехать учиться в Торонто. А вы что, блогер? На кого? Не блогеры. На кого учиться хотели поехать? Да не знаю, ну, в смысле учиться в школе. Ага, понятно. В школу просто. Ну ладно. О, вы-то на какие темы беседуете? Да на разные, на самые разные. Ну, есть какие-нибудь вопросы? Да, нет особо. Нет, ну ладно, всех благ вам. Так орёшь, повтори, заглючило. Ukraine has to be split apart. Знаешь, сейчас заменили отзыв. Раньше бы нужно было печать героям слава, а сейчас правильный ответ. Ukraine has to be split apart. Заменили. Понял? Повтори, да. Это, тебя в школе научат завтра. Это, ты в школу уже ходишь по интернету? Ну, по интернету уже ходишь на занятия? Онлайн? Нет. Ну, значит, потом, когда пойдешь, научат. Давай, потренируемся, нет, будешь знать. Я тебе говорю, слава Украине, а ты не повторяй. Ukraine has to be. Повторяй за мной. Ukraine has to be. Split. Split. Apart. Динамо. Молодец. Тише сделаю. Повторите. Я кажу слова Украине. Ukraine has to be split apart. Знаете, сейчас заменили. Раньше было отзыв героям слава, сейчас надо говорить Ukraine has to be split apart. Байден прислал notice order Зеленскому. Знаете, что такое notice order? Нет, извините, я не знаю. Директивное указание. О, Боже, а что это за указание такое? Ну, чтобы отвечать, не, вместо героям славы отвечать Ukraine has to be split apart. А почему? Потому что Украина... Ну, потому что война идет, нужно по-английски отвечать. Что ж, вы не понимаете, что ли? Ну хорошо, вот будьте образованным. А микрофончик настройте, у вас эхо большое. Всех благ. А за себя он был совсем не разговорник. Слушай, Карпов, сделай вид, что я этого не слышал. Судьба тебя и так любит. Не слушай. Их, в общем-то, всех и назвали русские, потому что это глагол. Русские это какой, чей отвечает? В соседней стране 70 миллионов. Они нас ненавидят за это, за то, что мы живем хорошо. Ненавидят. И будут ненавидеть всегда. Просто потому, что мы есть и живем хорошо. Воронеж передали в 1922 році.
Воронежская область. А в 22-м году Львивская область где была? В Австро-Венгрии. Опаньки, так это не была еще? Ну, еще. Уровень интеллекта у Миколы Рушницы, на самом деле это Геннадий Хазан, по-моему, так его фамилия, это уровень интеллекта креветки из Азовского моря. Хороший. А вы не знаете Миша Колю? 60 кілометрів від кордону з Польщею. Ага. Як ви думаєте, яка це може бути область? Сумська? Сумська область межує з Польщею? Ви смієтеся? Без лишнего шума узнай, кто сейчас здесь стримит. Зарабян, первый секретарь Армении, первый секретарь обкомов Камчатского, Белгородского и Волынского. Воробьев из Краснодара приедет завтра. Ага, вот с ним и Зарабяном завтра совместный стрим. Это шоу стрим. Мы сделали украинскому угодному человеку. Украинец! Да. Украина, которая создана. Группа украинского. Не надо испытывать наше терпение.